Всем здорово, ребятки, с вами Рязан. Я продолжаю играть в Dying Light. О, трава. Правда, тут за мной всякие уроды гоняются. Я постараюсь их обойти. Хотя эта ночка получилась жаркой. Кто не видел, посмотрите предыдущий выпуск. Да твою мать, ну что ж ты не зацепился так, как надо. Вот, отлично. Пойдемте свяжемся с ВГМ. Надо с ним поговорить по душам. Ой, что это он там кричит? Зов самки, что ли? Да полно на улице всяких уродов. О, мы в безопасной зоне. Ну, раз мы здесь, давайте-ка продадим нам ненужные вещи. Нужно оставим. Катана, катана. А где катана, чувак? У кого я катану видел? Не у этого? Вроде у этого. Военные мачете, мачете кукри, которые мы нашли. Вот это продадим. И вот это. Ну и давайте закупим аптечек, как всегда. Патрон. Все, отлично, закупились. Он пишет, типа, у меня нету места, но у меня как бы они и так на максимальное количество там закуплены. Блин! Охренеть, вообще ничего не видно. Вот это темная ночка. Жесть. Еще и дождь начинается. Твою мать. Так, кажется, мне нужно залезть на самый верх. Прям на самый-самый верх. Не знаю, это делать надо изнутри или снаружи. Ух ты, черт возьми, чуть не упал. Ну, а мы с помощью кошки залазим. Да, очень красивый город. Ну и очень темно. Блин, тут надо поосторожнее как-то. Так. Все, я на самом верху. Troy, I give the samples to Dr. Camden. Now I'm gonna go have a little talk with the GRE. And what are you going to tell them? Everything. I'll meet you later, Troy. This is Crane, do you copy? Kyle Crane, you can hear me, can you not? Rise. Where are you? Exactly where I should be, atop my own tower. Of course, mine is not quite complete, but it still stands as a monument to chaos, to entropy, to what it means to be ruled only by oneself. I'll kill you for what you did to Jade. For everything, I'll fucking kill you! I hope that would be your attitude. You see, we are at war, you and I. A war of opposing philosophies. To see whose vision of the world proves true. Come, Crane. Come and challenge me. What is it you Americans are so fond of saying? I dare you. You know what? Forget it. There is no war. There's only your fucked up outlook. Go to hell.
Oh, no, 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 no. I won't be going to hell. I will be living around, though, you see. I have made a deal with our Jerry brothers, using your very own communicator, no less. They know I have all of Dr. Zera's research data. They call it the keys to the kingdom. Very shortly, a helicopter will come and take me away. Imagine the damage I shall be able to do outside the confines of these walls. Of course, if you think you can stop me. You crazy son of a bitch! That is what I had hoped to hear. Come and find me, Crane. Let us finish what we began. Так, эвакуация. Сразитесь с Райсом на крыше здания. Это что, последнее здание, что ли? Ух ты, тут у нас чертеж, кстати, был. Блин, а вот это высота. Ну и что? Какую нам сторону там отправляться? Сейчас мы посмотрим по карте. Угу. Вот сюда нам надо. Давайте-ка вот в эту сторону спустимся. Охренеть! Блин, неужели финал игры? Я что-то как-то не хочу, чтобы она заканчивалась, честно. Хочется еще поиграть. Так, какого здания? Ой, 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 иди нахер, зомбарь! А ничем, мразь. Так. Вообще здание то, но мы как бы на крыше, правильно, правильно? Здесь никого нет. А, нам нужно вернуться в старый город. Я понял, я понял. Мы вернемся сейчас... ну, точнее, старый город это вот этот вот Харан. Это тот скорее новый город. Там как бы, типа, новые здания, небоскребы были. Райс заключил сделку с ФГМ и хочет бежать из Харана с результатами исследований Зеры. Надо его остановить. Да, Райс ждет от меня чего-то такого, но это ничего не меняет. Так. Нам придется снова пройти все это. Снова всю эту канализацию. Возможно, есть какой-то сокращенный путь теперь. Ладненько, давайте спускаться вниз. Опа. Зомбари. Придется драться. Гася на меня цепанула даже. Ну, мразь, отвали. Получилось быстро ударить эту мразь. Сейчас, подождите. Чертежи. Гиена. Так, так.
Так. Давайте мачете улучшим. Отлично. И еще я бы ему добавил на самом деле прочности. Ну-ка, есть у меня что-нибудь на прочность? Нету. Я могу из этого мачете сделать самое мощное оружие мое. Давайте, ладно. Бахнем. Все улучшения потратим. Сейчас проверим. Ой, жестко. Просто смотрите, как зомбарей на изи мочу. Да, теперь это мачете самое мощное оружие, не считая там мачете Корека. Так, а здесь что нам? Наверх, что ли? Или под воду? Походу наверх. Оскошечки получится? Да. Быстрый способ. За мной там еще какая-то погоня была. Типа. Опа. Где я вышел? Ну-ка, по карте посмотрим. Так, что это за локация такая? Стройка, походу. Ну, нам не сюда. А, или туда. Хм. Окей. Блин, я тут ночью, конечно, вышел. Не лучшее время. Так, а чё ты не хочешь туда цепляться? Кто здесь? Кто здесь? Ой, охотник, твою мать! Сука! Шёл в жопу, урод! Сука, да, реально не лучшее время. Я выбрал. Отвалите! Так, ты тоже отвали! Ну, давай, залази, урод! Что, боишься, да? Ну что ты? Ай! Вы что? Еще один? Вы что, сука, падлы? Охерели, что ли? Ай, меня там камнями еще закидывают всякие мудаки! Боже, боже, я все понял, чуваки, я все понял. Что это за место вообще? Куда я пришел? Боже. Реально какая-то жесть. Ты твари. Камнями тут кидаешься. Урод. Сейчас я воздух стволочки завалю. Фига себе он. Я ж увернулся. У него уязвимое место сзади. Еще эти уроды повылазили. Да отвалите от меня. Когда эта ночь, черт вас, закончится уже? Вот сучонок. Еще бы, если бы эти уроды не мешались, было бы вообще отлично.
Ой, твою мать, твою мать, твою мать, твою мать! А, хорош, хорош меня мудохать! О, плевальщик. Я сейчас тут всех зомбарей убью. Получу высокий уровень зато. А, нам сюда походу надо было. Ну я так просто не отступлюсь, сейчас я всех зомбарей урою. Пойдемте поговорим с ними. Ты мразь. Ой! Ой-ой-ой! Фига себе, мне сильно ударил. Какие вы приставучие твари. Серьезно. Вот еще баба тут вылезла. А! Там меня харкал урод! И убили. Ну ладно. Вот сучеры подзаборные. Ну что, они заново тут все появились или нет? Серьезно? Типа снова? С ночным охотником. Время вообще идет? 4 часа утра. Как тебе такое, мразь? Давай, нападай. Сколько тебе патрона надо всадить, урод? Так, у этого броня уже сбитая, то есть он типа такой же покоцанный, как и был спереди. Отлично, наконец-то я убил эту мразь. Боже, дай мне хоть награду, хромовик, отлично. Хромовик, что у нас там улучшает, сейчас посмотрим. Возможно, прочность, точно не помню. Ну-ка, F6... Да, прочность и обращение. Отлично. Ну, хоть награду дали. Какую-никакую. Вон он, приварщик этот, чертов. Патрон не пожалею на тебя, мразь. Отлично. Так, еще один остался. Ну, с этим я не буду церемониться. Только опять погоня началась. А кто там? Блять. Сука, это что, баг что ли какой-то? Как он так плюется по мне? Сейчас я этого убью, ребят. Так, 400 баксов. А, это ночной хантер был там. Ну, здесь какой-то был поливальщик, и он жестко поливался вообще. Прям вообще жестко. Все, наконец-то я со всеми разобрался. Ох. Обожаю эти тоннели. Я хоть правильно иду? Черт, он вообще знает. Да, правильно. Тихо.
Ой, тут еще один хантер. Твою же мать! Не вовремя он тут взялся. Ой, фонарем мы можем его ослаблять. Но, по-моему, его лучше с рукопашки пиздить. Да иди ты в жопу, урод. Ты точно хочешь здесь подраться? А, это они плевались. Вот твари. Не знал, что они умеют плеваться. Ну, плюс они еще жестче, чем эти плевальщики. Реально. Хо-хоу. Господи, сколько здесь долбанных зомбарей. Сдохни, мразь. Что с тобой, баба? Тебе плохо? Отлично. Боже, я сейчас качаю 16 уровень. Еще один! Блин, у меня птички кончились. А можно как-то... Я на что-то нажимал и типа светил на него и бил одновременно. То на центральную клавишу светить и бить неудобно. Боже, они достали, серьезно говорю вам, просто заколебали. Своего зомби пиздит. Давай, нападай на меня. Он реально бьет за барей. Мразь, не уважаешь своих. Твою мать, еще один. Ой, божечки. Так. Что там у меня? Я могу хоть какие-то сделать аптечки? Хватит, хватит. Так. Еще. Еще. Этого должно хватить. Боже, такое мясорубово получилось в этой канализации. Наконец-то их всех убил. Умри, мразь. Просто нереально жесткое мясо. Вот, наконец-то я вышел, я помню. Это место. Рай заключил сделку с ВГМ. Так, и хочет сбежать из Харан с результатами исследования Зера. Надо его остановить. Да, Рай ждет от меня чего-то такого, но это ничего не меняет. Ура! Я пережил эту чертову ночь. Ох. Было жестко. Ну что ж, вернулись мы в старую локацию, но по факту это как новый Харан идет, я так понимаю. Так, что за черт? Так, сейчас мы... Во-во-во, смотрите. Отлично. Мне вот интересно, здесь предметы хуже будут или лучше? Ну, османский серп на 240 дэмэджа. Здесь у нас аптечки будут. Вот, аптечки мне позарез нужны. На самом-то деле. Взлом легко. По-моему, нихера, это нелегкий взлом. Ну-ка. А, вот, отлично. Все, наконец-то не будет этих долбанных мутантов.
Давненько мы здесь не бывали, ребятки. Уже успела соскучиться по этой локации. Пошли в жопу. Эх, не получилось перепрыгнуть. И закусали меня до смерти просто. Зря вы так на меня, уроды. Ищи, тварь. Ох. Так, ладно, ментовскую тачку не буду взломать. Так, суд, у меня проблем никаких. О, смотрите, смотрите, бежит мутант. Уже как бы это день. Пошел ты отсюда в жопу. Моя территория. Чё ты тут, урод, забыл? Эй, мразь! Стой, сука, падла! Твою мать, херась его уделал. На! Получай. Да, нихерово его так удохал. Ну что, теперь у меня есть охеренный крюк, которым мы раньше здесь не пользовались. Но теперь можем. И здорово. Так, эту не буду лутать. Ну вот аптечку возьмем. Я ж уже открывал эти тачки, они уже опять закрыты. Было бы интереснее, как вот в Dead Rising, то есть те машины там, что мы ломаем, там лут, который берем, он типа, по-моему, не вспомнился. Или это в какой игре было? Не Dead Rising, это был, блин, другая игра про зомби. Название забыл. Могу посмотреть, она у меня в стиме есть. Типа, вот то, что тачки эти я открыл, все, они открыты. А залутать я это не могу. И все сундуки. Так было бы интереснее. Так, ну и что? Куда нам тут? Вот она, база Райса. У меня много дополнительных заданий, много всякого-всякого. Как вы понимаете. Но это все будет в следующем выпуске, ребятки. Да, это будет все в следующем выпуске. Давайте в этом я сбегаю в главную башню нашу. Она же типа считалась всегда нашей главной башней. Быстренько пробегусь. С помощью крюка это будет действительно быстро. А следующий выпуск я уже отправлюсь, собственно, в гости к нашему старому другу. О, смотрите, еще один. Что-то они на улице вообще забыли все. Помните? Куда ты побежал, урод? Стой! Ну стой! Петух. Хрен догонишь. Стоять! Сейчас я его посвечу ему. Сука. Блин, даже крюком, наверное, так особо не на что зацепиться. Ну-ка. Куда он делся? Эй, мразь! Интересно, куда они вообще прячутся? Черт, он бежал. Еще травушка. Ой-ой-ой-ой, тут так он нас бьет. Эх. Немножко не туда. Так, нормально. Так, что у вас тут, ребятки? Здорово всем. Дополнительных заданий просто дохерища. Как вы видите.
Так, почти добежал до главной башни. Вон она. Ну, кстати, не знаю, какой город лучше, старый или новый. Новый как-то уже попривычнее с самого начала был. Да и в новом, на самом деле, больше есть где разбегаться. Мразь, отвали. Ну, побольше. Вот, прибежали мы. Не знаю, как смотреть здесь людям в глаза после того, что произошло. Опа, это чё? What are you doing out here? Чё ты делаешь? Digging for worms to go fishing, of course. What else is there? Червей копаешь? You want a list? No, I want to go fishing. I am Omar Boss, and if you will take me to my secret fishing spot, I will reward you with something I couldn't care less about, but you would think is wonderful. Deal? А, ну это дополнительное задание. Ну что ты мне там дашь? Я даже не знаю, фигню какую-нибудь. Все, пришли мы. Так, давай мне все. Отлично. Мне интересно, сейчас вот старый продавец, что у него там за товары будут. Ну-ка, где ты там у нас? Спайк, ты уже здесь? Как ты тут оказался, лол? Просто каким-то невообразимым образом. Так, а, ну, конечно же, у него предметы. Блин, не могу купить катану. Жаль. А, конечно же, у него предметы сразу же лучше стали. Так, аптечку купим. Так, 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 что еще? Давайте алкоголя. Ну и все, ребятки. Давайте увидимся в следующем выпуске. Что мне тут продать можно? Да ничего. Come here. I've got a special deal for you.